Здравствуйте, на ТВ программа «Актуальная тема». Меня зовут Булат Судинишев. В эту студию приходят люди, у которых есть что рассказать, у нас есть что спросить. Сегодня мы поговорим с Владимиром Самбуевичем Нарбоевым, заместителем председателя избирательной комиссии Республики Бурятия. Владимир Самбуевич, добрый день. Здравствуйте. Ну, вот буквально накануне мы отметили большой праздник для нашей страны. Это 25 лет со дня образования, существования Конституции Российской Федерации. И в то же время 25 лет избирательному праву в Российской Федерации, да, соответственно, новая история, да. И вот какие итоги можно было бы подвести, вот, оглядывая, скажем, вот на 25 лет назад, ну, с точки зрения Республики Бурятия? Спасибо. На самом деле избирательная система Российской Федерации была создана в 1993 году. Ее вообще создание было даже чуть раньше, чем была принята Конституция. Это был октябрь 1993 года, когда указом президента Российской Федерации в то время Бориса Николаевича Ельцина был дан старт, в общем-то, формированию вот таких органов, как избирательные комиссии. Тот самый октябрь 1993 года. Да, да. И я вам должен сказать, что вчера мы отметили 25-летие от Конституции Российской Федерации. В то время был проведен, насколько я помню, референдум, о котором, в общем-то, жители России одобрили, в общем-то, Конституцию, по которой мы сейчас, собственно говоря, и живем. Соответственно, Конституция закрепила основное, так сказать, право конституционное – это гражданин Российской Федерации избирать и быть избранным в органы государственной власти. Собственно говоря, уже 25 лет избирательная система развивается вместе с нашим гражданским обществом. Избирательное законодательство, конечно, претерпело серьезные, в общем-то, изменения кардинальные. Ну, хотелось бы сказать, что сама система совершенствовалась. Центральная избирательная комиссия тоже была создана в декабре 1993 года, 20 декабря, если говорить точно, тоже указом президента Российской Федерации. Вот буквально через несколько дней будет ровно 25 лет. Избирательная комиссия Республики Бурятия была создана уже в 1994 году, чуть позже. Первое заседание, сколько я помню, было 27 июня 1994 года. То есть мы 25-летие будем нашей уже комиссии или системе. Годом позже отметить. Да, годом чуть позже. Ну, понятно, потому что страна-то большая, пока эта система дошла до регионов. Да, совершенно верно. Но я хотел бы просто отметить одни из таких серьезных, скажем так, достижений последних лет. Это, ну, я думаю, что очень важно, это были восстановлены выборы глав субъектов Российской Федерации. Ну, в 2017 году мы избрали всенародным голосованием главу Республики Бурятия. Я думаю, что это очень, скорее всего, такой прогрессивный шаг навстречу, в общем-то, общественному мнению вообще Российской Федерации, потому что все-таки избиратели ждали. Потому что все равно выбирать главу своего региона, я думаю, что это очень важный такой момент для жизни каждого гражданина, в общем, для развития демократии. Последние годы у нас тут была введена такая норма, как мы отказались от открепительных удостоверений. И теперь граждане Российской Федерации, наши избиратели, могут голосовать по месту нахождения, там, где им удобно в тот момент, когда они желают проголосовать. За это время также у нас появился единый день голосования, который у нас в соответствии с законом проводится второе воскресенье сентября. Вот. Из тех нововведений, это у нас очень много внедряется компьютерных технологий, которые помогают подсчитывать голоса. Вот, и избиратели оформлять избирательную документацию, что, в общем-то, исключает какие-то, ну, простые человеческие ошибки. Владимир Самбович, вот вы знаете, я хотел вас спросить, отматывая пленку назад, да, вот на 20 с лишним лет назад, избирательная система, вы сказали, что она претерпела изменения, она, конечно, менялась вместе со страной. Выборы тогда и сейчас, они различаются кардинально друг от друга? Избирательная система стала более демократичной сейчас на данном этапе? Конечно, не отличается. Ну, тогда не так было все совершенно, скажем так. Мы практически не применяли в своей работе ни компьютерную технику, ни, скажем так, все производилось вручную. Вот, достаточно у нас были скромные средства, особых, как говорится,
все практически считалось вручную. Угу. Последние вот годы очень хорошо работает система госвыборы. Тогда, 20 лет назад, она только начинала свою работу. Теперь это, в общем-то, прозрачная. Я думаю, что можно назвать ее удобной такой системой, которая позволяет получать в онлайн, скажем, доступную и правдивую, достоверную информацию для всех участников избирательного процесса. Теперь у нас очень широко внедряется, ну, сеть интернет. То есть у нас во всех комиссиях, ну, субъектовых, во всяком случае, есть свои сайты, на котором гражданин-избиратель может получить любую информацию, в том числе и найти свой избирательный участок, свою избирательную комиссию, посмотреть, кто там работает. Поэтому я думаю, что серьезные, конечно, изменения претерпела вся избирательная система Российской Федерации. Стало, конечно, выборы стали прозрачнее. Вот практически везде сейчас внедряется видеонаблюдение в день голосования. Вот когда мы выбирали депутатов Народного Хурала, ну, насколько позволили средства, тем не менее, Республика Бурятия таких серьезных, скажем там, участковых избирательных комиссиях, территориальных, мы было организовано видеонаблюдение. Это, конечно, и одновременно дисциплинирует всех участников избирательного процесса, и одновременно показывает прозрачность вообще всего процесса. И любой гражданин Российской Федерации, да и не только Российской Федерации, может зайти на сайт, где ведется видеонаблюдение, и в режиме онлайн посмотреть, как идут выборы. Угу. Это вот серьезное, мне кажется, достижение. Ну и мне кажется, что спустя годы вот самооценка, самосознание народа поменялось все-таки, что к выборам стали совершенно по-другому относиться, нежели, скажем, в начале там, 2000-х, начало 90-х годов. Ну, конечно, избиратель стал, думаю, что более образованный. Избирательная комиссия, собственно говоря, избирательная система направлена на то, чтобы повышать правовую культуру наших избирателей и всех возрастов. Особым вниманием мы уделяем молодым избирателям, которые впервые голосуют, приглашаем их персонально на выборы. Поэтому, конечно, ну и вы сами знаете, что российское общество достаточно политизированное, вот, и поэтому участие в политической жизни, ну, хотя бы даже просто в получении информации о какой-то там ситуации в России, там, в нашем регионе, всех всегда интересует. Поэтому быть в курсе политических новостей, да, – это важно и актуально. Да, совершенно верно. И потом, я думаю, что это, ну, для человека это тоже немаловажная часть его жизни, чтобы быть в курсе политических каких-то событий в нашей республике. Но, учитывая прошедшие выборы, мы считаем, что уровень нашего избирателя, в общем-то, повысился, о чем говорит, собственно говоря, и явка, вот, о чем говорит, и, собственно говоря, и определенные там вещи, когда граждане заинтересованы, участвуют в этом избирательном процессе. Но большинство не аполитично, это радует. Да, но насколько я знаю, конечно, политикой интересуются почти все граждане, да, но тем не менее у всех есть свои мнения. Я думаю, что выборы депутатов Народного Хурала, в общем-то, показали, что избиратели выбирают того, кто им, в общем-то, нравится, кого они на самом деле поддерживают или доверяют. Вот вы как раз сказали о депутатах Народного Хурала, о выборах депутата Народного Хурала, и в предыдущем ответе вы затронули тему, что единый день голосования. Понятно, что нагрузка на избирательную систему, на избирательную комиссию увеличивается в разы. Насколько стало сложнее работать? Вот обработка голосов, обработка данных. Ну, конечно, и как показали себя вот выборы? Да, у нас дело в том, что вместе с выборами депутатов Народного Хурала проводились еще выборы и в муниципальных образованиях. В частности, это избирались главы муниципальных образований наших. Очень было много выборов депутатов, представительных органов муниципальных образований, начиная от поселений, кончая, в общем-то, административными центрами. И у нас таких кампаний было более 300, включая, так сказать, вот выборы депутатов Народного Хурала. Конечно, это серьезная нагрузка. Не только на комиссии, в общем-то, на всех участников избирательного процесса. Мы взаимодействуем практически со всеми, начиная там от правоохранительных органов, кончая политическими партиями, средствами массовой информации, там, общественной палатой, в общем-то, со всем спектром участников такого серьезного избирательного процесса. Поэтому и включая органы государственной власти, соответственно,
поскольку на них лежит, скажем, груз обеспечения вот всех комиссий, ну, средствами для того, чтобы выборы провести нормально, достойно, чтобы они были действительными, вот, и никаких вопросов не возникало. Ну, учитывая, что мы свой длительный избирательный процесс начали с выборов главы Республики Бурятия вот в сентябре 2017 года, потом мы плавно перешли в кампанию по выборам президента Российской Федерации в марте 2018 года, и потом уже также перешли к выборам депутатов Народного Украла, поэтому, в общем-то, мы находились в таком постоянном рабочем, так сказать, тонусе, и, возможно, это помогло провести выборы на таком нормальном уровне и обеспечить, в общем-то, гарантии избирательных прав наших граждан. И, ну, я считаю, что неплохую явку показали мы на всех выборах, которые прошли у нас. Вот во всей этой нашей бочке меда я бы хотел найти небольшую ложку дегтя и у вас спросить о нарушениях, которые встречаются во время избирательной кампании и во время выборов. Ну, это часть нашей работы, естественно. К нам все участники избирательного процесса, как рядовые избиратели, так и политические партии, обращаются с жалобами, какими-то обращениями на нарушение избирательного законодательства, ну, во время избирательных кампаний. Естественно, мы на все эти жалобы или обращения немедленно даем ответы. У нас в избирательной комиссии существует рабочая группа, собственно говоря, по разрешению таких вот жалоб и обращений. Ну и в последующем избирательная комиссия Республики Бурятия их рассматривает на своих заседаниях. Ничего не остается без внимания. Вот поэтому вот этот процесс рассмотрения жалоб, он очень важный. В нем участвуют все политические партии, которые представлены у нас в нашей комиссии, и представители средств массовой информации, в общем-то, и государственных органов. Поэтому мы все жалобы, какие у нас были, рассмотрели 100%. Если вот вы позволите, статья в газете номер один, собственноручно написана вами, буквально процитирую. Да, вот избирательная комиссия Республики Бурятия была образована в 1995 году. 94-й, тут просто опечатка. Да, да. Да, и первое заседание комиссии состоялось 27 июня 94-го. Прошу, да, но это да. Вот в связи с этим, да, я вот хочу спросить просто на самом деле, что у многих наверняка, ну, складывается такое впечатление, да, ну, уж не обижайтесь на меня, да, что вот сотрудники избирательной комиссии работают от выборов до выборов. В остальное время, поясните, пожалуйста, чем избирательная комиссия занимается дело для в том, что я большинства вам, народа? Скажу, что дело в том, что избирательный процесс, он практически не останавливается. Я могу сказать, что прошлые выходные, вот, были выборы в Тункинском районе, один из округов районного совета в селе Жемчуг, там избирали депутата. Проводились выборы в Кабанском районе, в нескольких поселениях. Поэтому 23 декабря у нас будут выборы главы Бичурского района, вот, и ряд еще небольших выборов. Вот сразу же после Нового года, 20 января, тоже будут выборы депутатов муниципальных образований. Поэтому этот процесс у нас практически круглогодичный, не останавливается. Ну, а говорить о том, что у нас следующий единый день голосования, в 2019 году состоятся выборы Улан-Удэского горсовета, мэра города Улан-Удэ. Вот, будут избираться депутаты представительных органов наших муниципальных образований в нескольких районах. Четыре главы муниципальных образований будут избираться тоже в единый день голосования. В 2019 году он будет 8 сентября. Поэтому подготовка идет всегда. Ну, между единым днем голосования у нас в единый день голосования проводятся большие выборы. Это выборы глав субъектов Российской Федерации. Депутатов законодательных органов. Да, совершенно верно. И остальной период муниципальные образования могут проводить свои собственные выборы. Поэтому у нас сейчас идут выборы, уже в декабре месяце состоялись выборы вот в Тункинском районе депутата одного из округов районного совета, депутатов сельских поселений. Вот, вот в ближайшее воскресенье, 23 ноября, будут выборы главы Бичурского района и ряда тоже сельских поселений.
То есть работа круглогодичная, да, работа идет которая не останавливается. Да, конечно, не останавливается. У нас достаточно большой объем работы, который нам необходимо выполнить, ну, как любому государственному органу, который вписан, как говорится, в избирательную систему. У нас идет... Ну и помимо текущей работы, что еще? Наверное, проходите обучение, скорее всего, да? Да, у нас... И возрастные избирательных комиссий. Мы должны сказать, что мы проводим обучение круглый год. У нас открыты вместе с технологическим университетом вот, курсы для участников избирательного процесса. Вот, это, в основном мы там даем основу избирательного права. После окончания курсов мы проводим тестирование и выдаем свидетельство. Поэтому мы приглашаем, в общем-то, всех для того, чтобы они могли поучаствовать. Дата и время, скажем, там проведения курсов у нас на сайте, в общем-то, всегда есть. Угу. Вот. Поэтому мы приглашаем как политические партии, собственно, как и средства массовой информации, для того, чтобы они повысили свой, так сказать, уровень знания избирательного законодательства. Угу. А кто был первым председателем избирательной комиссии Республики Бурятия? Вот, по-моему, Нелли Михайловна Цыганкова, вот насколько я помню. Потому что я тогда еще не работал, это был 94-й год, по-моему, она. Есть в нашей системе люди, которые уже отработали 25 лет. И вот то есть мы... прямо с самых-самых истоков. Да, да, с самого начала времени, да. И их, но, их немного, но они есть у нас. Мы 27 декабря будем проводить торжественное заседание избирательной комиссии Республики Бурятия. Мы пригласили всех, кто отдал столько сил, собственно говоря, времени вот, для того, чтобы развивать избирательную систему Республики Бурятия. Я могу сказать, что у нас есть Гармаев Ремамир Боярович, он был еще в 90-е годы членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Да. По-моему, по выборам в Государственную Думу. Там. Угу. Вот. Но это уже в начале 90-х годов он тоже. Мы его тоже пригласили, надеемся, что он тоже будет. И будут ветераны, которые здесь тоже очень много лет отработали. У нас есть просто рядовые члены там, территориальных комиссий, участковых, которые тоже по 25 лет, в общем-то, отработали в избирательной системы Республики Бурятия. Ну и такой небольшой вопрос, прежде чем я дам вам возможность поздравить всех своих коллег с юбилеем, да, 25-летия Конституции и избирательной системы Российской Федерации. Как устроена система Российской Федерации и Республики Бурятия? Она чем-то отличается друг от друга или все-таки это единый стандарт, поскольку мы живем в одной большой стране? У нас дело в том, что вся система избирательных комиссий, она регулируется федеральным законом об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации. И там закреплены, собственно говоря, параметры создания комиссии. Центральная избирательная комиссия создается таким способом. 5 членов комиссии назначаются Государственной Думой Федерального Собрания, 5 членов комиссии назначаются Верхней Палатой Советом Федерации и 5 членов комиссии назначаются Президентом Российской Федерации. В сроках полномочий 5 лет. Ну, соответственно, в члены комиссии попадают представители политических партий, общественных движений. Их выдвигают и субъекты Российской Федерации для того, чтобы они работали, ну, скажем, в нашем высшем органе вот, в избирательной системе. Избирательная комиссия Республики Бурятия, в соответствии с законом, она состоит из 14 членов. У нас 7 назначается Народным хором Республики Бурятия и 7 членов комиссии назначается главой Республики Бурятия. Вот. Также по предложению политических партий, общественных объединений. Вот. И Центральная избирательная комиссия тоже имеет право вносить свои предложения. И есть такой еще момент, когда комиссия предыдущего состава тоже может предложить в следующий состав ну, кого-то в комиссию. Угу. Вот комиссия настоящего созыва, скажем, она работает с 8 декабря 2016 года, ну и срок полномочий у нас тоже 5 лет. То есть мы в 2021 году, в общем, будем, состав будет меняться. Понятно. Ну, Владимир Самбович, теперь у вас есть возможность поздравить своих коллег. Прошу. Вот, ну, я хотел отметить, что избирательная система Республики Бурятия, надеемся, что стала более такой прозрачной, открытой. Мы стараемся вести диалог со всеми участниками избирательного процесса, вот, со всеми субъектами. Вот. Но мы достаточно, в общем-то, много сделали, но считаем, что еще предстоит достаточно много работы, чтобы привести избирательную систему, ну, может быть, в более современный вид.
Вот. Это работа не одного дня, поэтому мы приглашаем всех к сотрудничеству, к какому-то диалогу. Ну, а хотел бы всех, кто работает в избирательной системе Республики Бурятия, поблагодарить их за труд, в общем-то, за профессионализм и пожелать им всего хорошего. Спасибо большое. Это была программа «Актуальная тема». Уважаемые телезрители, всегда пользуйтесь своим правом и делайте правильный выбор. Всего доброго. До свидания.